Ассалам алейкум, комбатты достар. Здравствуйте, дорогие друзья. Hello, my friends. Сегодня классная погода, весенняя. На улице, можно так сказать, даже не весенняя, летняя, плюс 20. И настроение хорошее, отличное. Потому что день очень хорошо начался. С приятных новостей. Вы как видели, наверное, кое-кто в сообществе я написал с утра пораньше, еще 8 не было, с победой очередной, третьей недели подряд. Наш Золотой занял первое место на голосовании на MTV-канале. Так вот, тут Инстаграм открыл, папа Димаша поздравил, то же самое такое. Красивую картинку поставил Димаша с первым местом и написал, зачитаю вам: «Ерен еңбектеріңіз бен қолдауларыңыз үшін көп рахмет дейерс». Огромное спасибо за ваш неимоверный труд и поддержку, дейерс. Как приятно, да, дорогие друзья? В общем, настроение отличное. Я еще, знаете, стихотворенице написал, ну, быстрое такое, как даже это не стихотворение, можно так сказать, рифмоплёдство, стихоплёдство, как хотите, так говорите. Записал себе, потому что оно же, как говорят, мимолетное, поэтому, возможно, забудешь. Кто лучший голос во Вселенной? Давайте выясним на MTV. Димаш тут снова первый. И так уже недельки три. Хочу сказать рахмет огромный всем дорогим, не спящим до утра, за то, чтобы наш гений скромный был лучшим в музыке всегда. Вот такие стишки. Вообще, я давно уже не писал, если кто-то помнит. У меня часто такое бывало. Я вот где-то что-то это... напишу вот такой моментик. Действительно, уже давно этого не было. Может, это, знаете, после того, как мне один подписчик написал, а может, не подписчик, что не надо, стихи, это не ваше. Или просто то стихотворение было, как по его мнению, неудачным. Мне кажется, не самое лучшее у меня, наверное. Ну да, вот поэтому и говорят же, где-то вот сейчас даже... модно стало стихоплетство, да, стихоплет. Хотя у меня это давно фраза. Вообще, у меня, можно так сказать, коллега один уволился, в общем, с нашего коллектива, ну, в другой ушел. Так вот, он мне перед уходом написал список, листочек, список такой точный прям, вот все он изложил. То есть моих фраз, там, изречений, это, как говорят, у каждого человека свое есть название, да, предметов, там, слов или еще что-то, каких-то вещей, по-своему, вот как говорят, свой какой-то разговорный вот такой. И вот он мне это написал и говорит: вот, посмотрите, это все ваши слова, которые вы, этот, ну, на свой лад любите говорить. Я посмотрю, ну, ты смотри, точно прям. И опять же он забрал его с собой. Буду, говорит, смотреть и вспоминать, а то, потому что общения не будет уже с вами. Вот такие дела. Ну, даже у меня и на эту тему есть вот такой момент. Это тоже я давно написал. Вот как бы ответ на то, что: о, ты там что, стихи пишешь или что? И я вот такой, у меня четверостишие. Нет, я не Лермонтов, не Пушкин. Таких не сыщешь нынче, да. Играю с рифмами в игрушки. Стихов не будет никогда. Вот такие моменты. Дорогие друзья, ну вот с таким как бы шутливого характера выходом сегодня я к вам обратился, поздоровался с хорошими новостями, с хорошим настроением. И еще воспользуюсь моментом, опять же, в машине, вы заметили, часто в машине, потому что дома не дают домашние часто, тем более сынуля, он вообще при каждом моем каком-то укрывательстве, где-то я спрячу, он всегда за мной бежит, меня находит, в общем, и ко мне просится на ручки.
Поэтому у меня часто бывает в машине обычно записи, как вы заметили уже. Иногда я даже, знаете, вот такой момент вспомнил. Хочу обратиться к сыну, ну, по имени, и говорю: Димаш. И услышат, смеются мои семьи. Члены семьи смеются, укатываются. Ну, по идее, как бы многие говорили, что а почему ты там сына не назвал Димашем? Ну, я сказал, потому что три имени, почти три имени дочек, все я называл. А тут, когда вот такая ситуация, четвертый ребенок, сын, тут уже жена вмешалась. А почему ты должен называть всегда? Давай я тоже буду участвовать. Ну, вот в таком духе. И, в общем, решили вот как бы семейным советом. Ну, в любом случае, нам кто-то потом сказал, говорит, а вот если вы второго будете сына, тогда точно Димаш назовете. Я говорю, да, я не отрицаю, будет так именно. Ну, здесь в руках все Всевышнего, это только Всевышний знает. Мы, говорит, как предполагаем, Бог располагает. Даже пусть и в планах у тебя не будет, оно раз, и это я уже удостоверился по жизни. И вообще, мой сыночек, вот когда я одену футболку с Димашем, он сам так любит эту футболку, он смотрит на него, гладит его. Ну вот помнит, кто-то я в сообщество выкладывал картинку, где держит футболку, и он прямо аж хочет рукой достать, прикоснуться. Ну на этом все, дорогие друзья, на радостной нотке. Хочу с вами не прощаться, а сказать до свидания, пока. Курскенче, Салбонгсдар, Аурмангсдар.